Цель-то одна. Прогуляться по лесу и найти копь. Старая, заброшенная, которую я, ну, лет 5 назад видел. Но так и не поработал на ней. Как все изменилось. Уже и пожар был. И деревьев навалило. Снег уж прошел. Ну вот, поблудил, зашел на копь Козиха. Обвалилось капитально, или обвалил кто-то. Ну, метра полтора тут. Глубже было. Ну вот такой вот альбит попадает. Очень даже классно. Интересно. Все равно интересно. Больше надо. Понял. Ну вот такая вот коричневая глинка. Вот она, занурная глина. Видите? Вот здесь, в этой копе, как пластилин. В других тоже бывает такая. Но это не факт, что занор. Просто между плитами бывает таким вот, такие прослойки. Вот оно, видите? Вот. А самоцвета хрен. Там вот небольшая кварцевая жилка такая вот с кристаллами идет. Может, без кристаллов, потом раз. Небольшой такой кармашек. В общем, здесь дымчак рубашки, который переходит, белой рубашки, который переходит просто в кварц. Ну, в горный хрусталь. Молочный. Ух ты, застыло уже все. Однако зима начинается. Вот образец, характерный из этой копии. Вот такой вот кварчик. Попробую расколоть. Камеру положу. Ну вот кварц, да, это кварцевая жила.
Думал, что всем памяти нет. Нет, однако. Нашел эту копь. Посмотреть хоть. Какой здесь вот кварц хоть брали. Не видно что-то хрусталя-то. Кварц-то какой-то непонятный. Такое ощущение, что копь-то кварцевая на золото была забита. Какой-то ноздреватый попадает. Одни деды знают. Встречается вот такой вот кварц с маленькими животками. Точно, наверное, на золото. Ну вот так вот махонькие щеточки. Две выскочили небольшие. Такие вот живоды. Вообще надо, конечно, в килевую часть жила идти. Там на кварцевой жили кристаллы. Надо работать. Но вообще-то, наверное, на золото работалась копь. Я такую видел, подобную. Ее завалили сейчас. А вот кварец. Вот видите, опять животка вот здесь. Хорошая каменюшка. Ух ты! Где-то же должны быть кристаллы, все равно. Да, есть камешки.